А в свою новую школу? Давай, рассказывай. У тебя температура, наверное. Может, тебе наоборот не укрываться? В общем, все, что у меня было дома, я сюда принесла. Вот. Давай. Сегодня у нас заболела. Сегодня какое число? Я уже не знаю, ребят. Мы снимаем частями видео. Потом, может быть, я, наверное, это все в один влог соединю. Ой, сегодня какое число? 18. 18 число. Ксюнчик заболела. Температурит. Ну, девчонки в школу уже не ходят. А, ну тут понятно, что это, да? Уже поняла. Бонька! Ксюша тоже тебе выбрала кружку. Я тоже такую в Маноле видела. С овечкой. Тоже большая. Давай. Там мягкое что-то? А что там может быть? Я уже тоже не помню. Руки болят. Руки болят. Он Макс, дай, он тебе откроет. Он любит открывать. Открывай. Рождественские носочки. Там сколько пар? Три пары? Да. Ну вот, тепленькие носочки. Да, можно. Там разные все. Давай. Какие ты хочешь надеть? Смотри, здесь есть с оленем. Олень такой крутой. Помнишь этот танец, да, который ты танцевала всегда? Ой, здесь даже единорожка есть. И вот такой вот есть. Тебе, ты хочешь вот эту ленточку ставить? Нет, зачем? Укидывай все. Они, да, они как гольфы. Угу. Это тепленькие. А эти такие блестящие прям. Угу. Прям это. Ниточки здесь. А тебе попалась вот такая вот такая резиночка, да? А это Маргарите попался. Шарик. Все, давай уберу. Мне вот эти понравились. Камеру забыли там дома. Теперь мне придется на телефон снимать. Сегодня мы туда не поедем? Нет, нет. Сегодня мы здесь будем до конца собирать уже. Да, она будет. Еще тем более Ксюша болеет. Вот Ксюшу туда тащить. Она тоже будет болеть. Ну, завтра ей получше будет. Сегодня она отлежится, завтра лучше ей будет. Так что сегодня будем дома. Дальше здесь убирать. Да? Всем привет! Hello, everybody! Привет, ребят! Everybody. Сегодня у нас 19-й день. Мы, наверное, когда я буду видео монтировать, я вам вставлю кусочки, когда они открывали другой день. 18-й, 17-й, я не знаю, на каком мы там остановились, перестали выпускать видео. В общем, это... Вчера мы влог не снимали, потому что Ксюша очень сильно заболела. Давайте открываем. Не знаю, как там получится, какой влог получится из кусочков, но что-нибудь я вам смонтирую. Что-то мы там наснимали, давай, открывай. 19-й день открываем. Мы еще, как видите, здесь. Мы еще не уехали. Ну, это нет. Мы все никак не уедем. Круто! У меня есть подушка. Уже сразу с карандашиками. Да. Смотри, вот этот. Тебе же нравится одежду рисовать? Да, здесь даже ручки есть и карандаши. Это фломастер, наверное, или ручки? Что-то такое. По-моему, такие тоненькие ручки. Круто! В одежду будешь рисовать. Тут наклеечки есть. Теперь ты. И вот это все у меня есть. Да. Вот, видишь, ручки вот эти. Может, вот. Это как обводку делать, да? Я постараюсь смотреть. Обводить. Угу. Контур делать. Ну, давай, открывай. Ты нормально? Смотри, это такая штучка, ты можешь это... Вот в этой вот штучкой ты можешь это... Какой-то код надо
записать. Угу. И потом получишь подарочек какой-то. Ну давай, открывай. I don't understand this. Вау! Ну ты как сильно. Ой, это тоже. Я же тебе говорила, это помадки. Там еще одна есть. Там еще одна. Это тоже бальзамчик. И это тоже. Да, у Ксюши губы постоянно обветриваются. Pure Stay Curl. Это какая-то там... Да, с днем рождения. А это лисичка. Открывай, открывай. Угу, это нам в подарок дали. А эту купили. Это мы купили вот эту, а эту подумали, раз нам дали в подарок, мы тебе ее тоже получим. Ну вот. Ой, это очень красиво. Смотри, тут все. Вот видишь, обводить, контур делать. Mm-hmm. Чтобы было видно, как будто это. Прикольно, да? Да. Ну, мне в точь-точь так не получится, но... Ну да, но все равно. Попробуй, все что-то равно свое придумаешь. Тут наклеечки есть. Кровати. Дополнительные башмачки там. Пончик, на, зайка. Ладно. В общем, ребят, сегодня Маргарита ездила в школу, так как Ксюша болеет у нас. Не поехала никуда. Маргарита поехала в свою новую школу. Давай рассказывай. Тебе понравилось? Да. Большая школа? Маленькая? Так себе, да. Так, ну, нормальная, да? Деток много? Нет. Нет. В общем, у Маргариты в классе 6 мальчиков. И 3 девочки. Ну, в общем, Маргарита у нас 4-я девочка. Всего 10 человек в классе. Да, вот. Ну, в 5-м классе. А в 6-м мы 5-й и 6-й класс вместе. А в 6-м классе сколько? В 6-м классе 2 девочки и сколько там мальчиков. Да? И в 5-м классе только одна девочка. А как вы можете заниматься 2 класса вместе, если программа разная? Ну, у нас раньше было такое, например, что дети проходили за 1 год, допустим, там 3-4 класс. За 1 год. Такое бывало нет, иногда. Нет такого? Нет. Ну, в общем, это. У Ксюши не знаем пока, сколько человек. Вот. У Каролины там тоже 2 группы. У Каролины 2 группы. В каждой группе где-то по 20 человек. Около 20 человек. Ну, как и здесь. Да, как здесь, в принципе, да. Угу. Ну, там они, наверное, гулять ходят вместе все, а все-таки занимаются отдельно. Ну, вот. Поэтому Маргарита видела своих одноклассниц, познакомились. Девочки, 3 девочки, 3 подружки будут у нее. Мы 4 подружки. Да, будете 4 подружки, подружитесь. У Ксюши посмотрим еще. Ксюше сегодня не повезло, она не поехала. Угу, розовенький. Так что вот такие вот у нас дела. Мы сегодня поедем туда? Значит, вы начнете учиться уже с января. Твои оценки посмотрели? Нет, еще нет. Нет? Я, а вы оставили? Я вы оставили у нее, да, эти какие-то свои? Да. Она мне дала папку, я ей дала мои оценки. Хорошо. Ну все, замечательно. Мама, я довольна с моим классом. Довольна? Ну хорошо, самое главное. А там нету девочек только мальчик. В твоем классе? Ну, тогда будет... Это хорошо, что... Все мальчики и одна девочка, конечно, это скучно. Это хорошо, что мало девочек, и особенно, что вот эти вот 3 девочки, они всегда вместе. Потому что... Не будете делиться на группы какие-то, да. Как у нас там в школе. У нас там какие-то там группы, одна группа, потом еще другая группа. Так, ну что, мы уже приехали? Да. Да. И сегодня мы первый раз здесь будем ночевать. А папа? Папа тоже приедет после работы. Ксюня! Да. Ксюнчик у нас болеет. Лела. Спит. У него прям такой вирус странный. Все тело ломит. Тебе не холодно? Нет. Такой грипп сейчас у нас ходит. Все тело ломит, все болит, температура. Так, а мы сейчас будем жарить картошечку. Какие продукты с собой привезли? Пожарим картошечку и мы будем дальше наводить порядок. Я тут уже немножко
сделала такой вот декор новогодний. Шарики цветные. Так, это у нас тут покушать тоже. Я даже не знаю, тут столько много ящиков, я не знаю, что куда убирать, чтобы потом не забыть. Вот тут, например, тарелки стоят. Вот это нужно, наверное, куда-то сюда. Очень много полок. Я аж теряюсь, если честно. С таким большим количеством. Так, это хлебушек тут грызли. Так, сейчас я здесь буду. Хорошо ножик взяла. Один-единственный. Неудобно таким большим чистить, но ничего. Так, а девчонки пока будут рисовать. Я сейчас пойду позвоню бабуле. Поговорю с бабулей. Вы будете рисовать? Я. Карлиночка, пожалуйста, не на столе, хорошо? В смысле, я имею в виду, только на подстилочке. Картошечка наша жарится. Сейчас мы пожарим, будем кушать. Там у меня еще один ребеночек болеет, лежит на диванчике. Мама, а это не поломается? Это не поломается. Но все равно не нужно с этим играть. Дай. Нет, не нужно. Она может все равно треснуть, потому что это пластик. Пускай здесь будет. Кариночка с этим не играет. Пойдем. Тебе игрушек мало? Пойдем, я тебе найду игрушки. Пойдем. Ну, Маргарита рисует, сидит. Макс отдыхает. А? Я сказала, я попробую повторить. Вау, круто. Ну, так себе получается. Ну, ничего, прикольненько. А волосы тоже потом нарисуешь? Да, попробую тоже такие сделать. Тебе нужно потом складочки, вот такие, тень. Да, вот. Тень делать. Я тут немножечко сделала. А, молодец. У тебя температура, наверное. Может, тебе наоборот не укрываться? И шапку сними. Ты сейчас закипишь точно. Ой, горячая. Ты что, Ксюш? Тебе Альгифор я тебе когда давала последний раз? Дома? Дома, да, давала? Здесь я тебе еще не давала. Здесь? Нет. Да. Я еще давала. От горла? Альгифор. А, да, давала. А, ну ладно, пей. Шторки тебе не надо открыть? Нет. А я не могу спать. А, ну все тут. Тогда спи. В темноте. Только не укрывайся, Ксюш. Ты смотри, с какими теплыми штанами, с носками. Температура еще больше будет подниматься. Ой, сейчас будем кушать скоро. Бончик. У нас тут место для Бони. Личное место у Бони. Шарится. Сейчас будем кушать уже. Я пока разобралась с этой плитой. Я не знаю, сколько я с ней мучилась, потому что, оказывается, ну, я включаю. А она начинает греться только когда вот что-то ставишь. И плюс, получается, если я вот так вот отодвину, сама вот эта, она не горячая. Горячая вот эта греется, сковородка. В общем, я пока сообразила, как она работает. В общем, мне это... Я первый раз такую плиту вижу. Для меня это что-то такое новое. А. Угу. Сейчас, ты видишь, я готовлю, я знаю, я тоже хочу кушать. В общем, все, что у меня было дома, я сюда принесла. Вот салатик сделаем. Можно мне сделать салат? Вот у нас помидорчики есть. Ой, надо было кукурузу взять, ну ладно. И морковку не взяла. Макс! Максюнь! У меня звонка не было. Макси, пойдем сосиски кушать. Не хочет. Будем кушать. Нет. Давайте. В общем, приятного нам аппетита. Будем кушать. Спасибо, мама. Волосы у тебя что с твоими волосами? Давай. Как раз у нас 4 тула. Ксюша там в кровати кушает. Час ночи. Все спят. Я шторки вешала и гладила. Вон там спит Макс с Каролиной. Там папа с Ксюшей. Иди зубы чисти.
Ксюша с нами будет спать, потому что у него вдруг температура поднимется. Завтра мы будем елочку наряжать, да? Ура! А зарядка там в другом этом ящике еще дома осталась. Ну так чисть. Тебе надо голову помыть уже. Завтра поможешься. Уже сегодня поздно. Угу. Так ее, как обыкновенной щеткой. Ладно, ребят, мы спать. Завтра нам нужно поехать за мебелью. Девчонкам, да. Девчонкам нужно шкафчики купить. Полочки. Тумбочки, не знаю, что там. Вот, так что завтра много дел. Елочку наряжать, украшать. Да? Все, спокойной ночи. Всем пока. Всем пока. Пока-пока.